наливай. Наливай. Опять эта кислятина, которая должна прожечь желудок до самых ягодиц. Я это называю предубеждение. Это саботаж. Ну, хорошо. Чего ты взял, что кислятина? Некоторые считают, что саботаж не умеет варить пиво. Не, я так не считаю, но они постоянно делают такое кислотное какое-то, вот такое вот кислющее. И кто-то, может, это любит даже. Ну. На запах мне сразу не очень нравится. У них есть очень интересные штуки у саботажа. Так. Это не шутки, это кислота! Это не кислющее. Это, в принципе, норм. Клубника, мята и что еще? Базил. Не знаю, что базилик? Это базилик. Абсолютно не чувствую никакого базилика. Ну и да, все-таки это кислотная тема. Хотя не настолько, как вот остальные из линейки Lost Planet. Еще и градусов 4,5. То есть это можно детей вот ловить в лесу и вливать. А потом приходит такое и пьяный такое чудо домой. И его там. А это не я. А это крафтовые хулиганы. Да, влили, поймали и влили. Ну, я соглашусь насчет кислотности. Перекислочено. Вот это вот, в частности, этим грешит тоже. А, клубничку я особо не... Ну, она какая-то... Я что-то... Клубника хороша. Как у бабушки, как пишут и обычно говорят, у бабушки с куста. Натурального я почему-то как раз наоборот здесь вообще никакой клубники особо. А вот как раз базилик почему-то вот немножко есть. Ну, видишь, кому чё, кому ничего. Чё? Ничего. Летний, кисловатый, много не выпьешь. Это не из тех напитков, которые у саботажа удаются. Не из тех. Но в целом такой приятный, интересный. Да, надо понимать, что саботаж еще толкает это за втридорога. Продают они, да, недешево. Напиточки недешевые. С какой музлой у тебя эта ассоциация? Ну, с какой-нибудь не очень хорошей музыкой. Не знаю. Очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Ну, у меня ассоциация с каким-нибудь таким вот рейвом каким-то, кислотный рейв какой-нибудь. Кислотный диджей. Хэппи хардкор какой-нибудь. Оценка 3,75 опять. 3 с тремя четвертью. Я бы ему поставил тоже что-то там около троечки. В начале этой троечки 3,25. Я вот сейчас пил до этого некую ИПУ. ИПА же это была, да? ИПУ домой пили. Вот, я сейчас пытаюсь понять, что мне больше понравилось. Вот это или вон то. Если честно, мне не очень понравилось ни то, ни это. С другой стороны, неискушенному, наверное, вот это вообще неискушенному там в крафте там и так далее. Вот, это вполне может понравиться. Особенно если желудок крепкий, вот это всю, короче, эту желчь эту кислотную, что они сюда льют, непонятно. Слушай, как раз вот неискушенных товарищей. Как-то... Лучше хорошим, а не говном хорошим, всяким, да? Потому что когда они начинают пробовать всякую потом, шляпу, потом говорят, потом ваш крафт говно. Говно ваш крафт. Это ваш крафт говно, а наш крафт, ну вот... 3,25. Как-то так, я не знаю, надо допить. И надеюсь, что... Какая-то неинтересная абсолютно банка. Опять пить. Почему? Брюлок, у них все баночки вот примерно... У них все банки такие тоскливые. Оформлены. 8,6. 8,6, как мы любим. Все как... Если что, это некий Sour Ale. Sour, да, тоже любим. На банке не написано, что ничего, это, с чем это. Если мы вот состав почитаем... Ничего там не сказано. Ну, скорее всего, хмель, солод, вода, да? Пивные дрожжи, хмелепродукты, вода подготовленная... Солод пивоваренный.
пены практически нет, чудесно. Так. Неизвестно, что здесь. А запах там такой может... нейтрального кислячка. А я какие-то персики ощущаю. Вот. Да, есть такой, есть вот что-то такое, да. Персиковый кислячок. Ну. Пивоварни из-за разряда таких непонятных. То есть одно норм, одно... Ну, у них интересно, есть линейки просто... интересные, как бы. 9 оборотов? 8,6. Да ладно. Я вот ходил в лес и белочку видел. После предыдущего чекина. Ты еще скажи, зачем ты в лес ходил? Чтобы белочку увидеть? А это остается секретом. Отличный сауэр. Ну, хороший сауэр какой-то, знаешь. По сравнению с тем же самым сегодняшним саботажем, вот этой вот, именно вот этой аскорбиновой или какой там, я не знаю, лимонной или какая там они кислоту туда фигачат, он кисленький, он натурально кисленький, то есть не перекислочный, это все один... Все дело, вероятно, один... в воде, может быть. Все дело в волшебных пузырьках. И абсолютно неинтересная текстура самой банки, но в то же время... Они все в одном стиле, и скорее абрикос даже, чем персик. Причем абрикос спелый в данном случае. Сладенький такой, сладкий. Да. Ну, сладкий, наверное, не приторный. Абсолютно. Сладкий в хорошем смысле этого слова. Не знаю. Я не знаю, что здесь, но... вот. А тетя сказала, что это маракуйя, там, манго. Манго, маракуйя. Ни одного, ни второго не чувствуется. Чисто обман. Хороший кис... И вот... К вопросу, опять же, про... 8,6. Про 8,6, который вот здесь они вообще не чувствуются. Вообще. Я так думаю, что даже к концу банки их особо... Даже когда оно нагреется, ну, то это называется питкость. Питкость. Хипстерское понятие, питкость. Да не то, что хипстерское, оно это такое стандартное вполне. Вот, ну, как бы, вот это да, вот это реально питкое пиво, ну, это хороший кисляк, и необычное, я не ожидал, вот от брюлока я не ожидал. То есть люди могут, в принципе, и все у них такое крепенькое достаточно. Ну да, они там эти ипки, дипки делают. Ну, вот опять же, получается так, слушай, что... Вот этому пятерочку. Сравнивать крафтяху можно с вином, то есть когда берешься на вечерок, бутылочку винца, там, допустим. Ты можешь просто взять пару баночек, вот, чего-нибудь такого. По-царски прям. Не надо там думать, что там в вине там 12, что-то там 9, а здесь 8,6 и типа мало. Все нормально. Все. На самом деле все это дело на любителя. Кто-то любит вино больше, кто-то любит... Слушай, ну разнообразие. Мы живем опять в свободной стране, нам надо не разнообразие. Не устаем это повторять, не забываем это. За это даже выпить не грех. И извиняться даже не перед кем не придется. Страну.